Хэри Форде есть монумент, на котором высекаются имена павших. Мы храним память о подвигах, когда лица уже стираются из наших воспоминаний. Память остается, даже когда у нас отнимают все остальное. Что случилось? Он убил Соупа. Он погиб, Мак. Что тебе нужно, сынок? Место. Русский сказал, что Макаров хранит оружие в замке в горах около Праги. Более точных данных у него нет. Ему можно верить? Разве у меня есть выбор? У него есть причина желать Макарову смерти. Место знакомо вам? Да. Во времена Захаева мы отправляли беспилотники в район этого замка. Но наши цели никогда там не были замечены. Что там меня ждет? Это настоящая крепость. Один вход, один выход. Если ты только не умеешь летать. Офис охраны на дальней стороне территории. Командный центр к северу от него. Оба тщательно охраняются. Если Макаров там, он будет в центре управления. Что это вы мне отправили? Список снаряжения. Довольно внушительный список, Джон. Что вы собираетесь делать? То, чему вы меня научили. Убить всех. Но это мы можем. Вот как всегда все. В принципе. Так, крепость. Крепость у нас тут на курты можно управлять. Ну я и нажимаю, что за фигня. Ого. Это он их снял. Не отставай, или мне придется тебя бросить. А, вот что делал-то. Так, секунду. Так. У нас тут пушка с лазерным прицелом, я так понимаю. Да? Или нет? Не знаю. Так, нам разрешают побегать, да, немного? Я жду. Сюда, давай. А если я их сниму? Когда окажусь там, ты будешь идти, когда иду я. Делай все, как я. Понятно? Пошли. Я и только я. Кто же еще? Так, о чем сказал? Погоди. Ну. Я всех могу убить. Не помню, стрелять или нет. Да их можно было и убить, кстати говоря. Ну, как скажешь, чувак. Ждем. Ну это правильно, подстраховаться-то надо всегда. Убери его, но не вылезай по кучу света. Нас засекли. Эй! Где я же... Я не понял, под какой луч света-то, ёкарный карась? О, блин, я манал. Что за ботва-то? Какой луч-то, блядь? Да как? Бляха ты муха. Какой луч? Чё? Не понял, под какой луч? Вот это что ли? Какой луч-то? Ну-ка, если вот так. Да ёбка! Я не понимаю, что за бред? Да ну, тупизм какой-то, реально, ребят. Реальный бред. Вот отсюда сейчас будем палить. Луч света, блин. Ты офигел, что ли? Вот, сейчас надо.
все, я понял. Вот эта хрень светил на него. Да там ничего не видно. Толком-то. Зашибись, да, ребятки? Так. Прошу прощения. И что тут за хрень? Так, что у него тут за гранаты? Я что-то не могу прочитать. Ладно, не суть, наверное. Так, мы двигаемся. Ползем, а не идем. О. Немного не туда установил, ну ладно. Тихо. Громко. Тихо. Чё тихо-то? Он у меня красным подсвечивается, надо, наверное, валить его. Чисто. Пошли. Ну ладно, пошли. Чисто, чисто. Тут не очень чисто, я хочу сказать. Продолжаем движение. Так, продолжаем. Будем, будем сейчас работать тихо. Офис охраны. Так, офис охраны. Интересно. Как же все интересно. Как же все тут запущено, ребятушки, твои мои, а? Да, я вот тут прикрою, если что. Ого, троих. Ну, я, в принципе, мог и помочь. Чё? Какой дверь? Ого, какие у них пушечки, посмотрите. Вот это, по-моему, наш, нет? Ну, судя по всему, да. А это гражданский, да, я чувствую? Быстро зачисти этот участок. В темноте им не видно, что там в солнечных очках еще. А мне кажется, их вообще можно с это... в ближний бой взять. А, это Прайс. Чуть не пальнул. Хоба! Ха-ха, прикольно. Так. Оба. Ага, они начали свет какой-то пускать. Что сделать? Вырубить, да? Ну хорошо. Так, ну я надеюсь, миссию-то не завалил. Крепление-то они вызвали. Обалдели, что ли, вообще? Ребятушки, зачем же вы вызвали-то? Неправильно. Неправильно вы делаете. Придется на фарш вас всех. Тебя на фарш. Ох ты, ах ты гад! Обалдеть! С приклада завалили. Хорошо, по старинке так по старинке. Да ёб, перезарядка. Да, я вообще тут офигел, да? Выхожу в открытую, мочу их тут все. Ой. Это не, немного не те. Немного не противники, да? Тут дробовик, видимо, какой-то. Ну, пока патроны есть, ладно уж. Будем мочить так их. Ух ты, ух ты. Этот тут. Прайс, да? Ну, ты смотри, это самое... Ты мне говори, кто ты. Да ты шутишь? Куда ты вот... А-а-а! Ладно, нассать, вот это берем. Так, разведданные нужны. Ладно, насрать тоже. Кто не найдет?
тут уже некому находить, мне кажется. Так, что тут у нас? Хорошо. Ну, чувствую, тут в конце рванет, а нормально так. Я не понял, что он сказал. Что-то этот мост связывает, что-то там нормально. Ой, не случайно. Да ничего не рухнет. Самое главное, не паниковать. Это главное в данный момент. В данной ситуации, да? Прайс. Верно говорю, да? Конечно, верно. Так, а мы за... мы за Николая или за кого там играли? Ой, что это ты делаешь? Давай по проводам, чтоб наверняка. Ни хрена не видно. Честно говоря, надо ночное видение можно включить. Но это хлипкие, мне кажется, конструкции достаточно. Президент. Ясно. Вот с чем приходится иметь дело, братья. Упрямый старик, который не успел измениться вместе с миром. Вы тоже изменитесь. Спускайся. Выясни, что происходит. Ну все. Данные разведки подтвердились. Да, сэр. Наши люди уже на пути к Берлину. Ты слушаешь? Дочка там. Она будет у нас в течение нескольких часов. Дочка? Или точка. Надо идти. По-любому надо идти. Да что у вас творится? Наши дела. Служба безопасности вообще ответила. Собираетесь вообще начинать осмотр местности. Вниз! Немедленно! Что произошло вообще? Это он Грену кинул? Опа! Уходим. С4 взрывай. Курицы побежали. Все. Бежим тоже вместе с курицами. Погнали. Надо курицу освободить. Ой, бесится. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Я свяжусь с... Че, я свяжусь с... Подожди, а это я, Николай? Не понял. Я что, заговорил? Я чё-то ничего не понял. Воу-воу-воу. Это что у них тут за бочки? Наверное, с каким-то алкоголем. Ну, скорее всего. Наверное, с водкой. 100%. По задумке американцев. Вино должно быть. Они водку в бочки налили. Так, ладно. Так, идем. Ты чё, офигел? А, кто кинул? Это ты Грена кидаешь? Там наверху кинул. Сейчас кинул что-то. Или я не пойму, кто кидает. Куда побежал? Чё, это я торможу? Ну ты вообще даешь, дядя. Ещё... Ух ты, в голову, да? Круто всадил. Еще неизвестно, кто тормозит. Патроны кончаются.
Да ёб... А я его греной убил, да? Прошу прощения, дружище. Так, чё у них с патронами? Ну, здесь побольше получится, да? Здесь. Ладно, погнали. Так, ладно. Бомбим их. Бомбим, бомбим. О, классная, наверное, пушка. Ну-ка, дайте-ка. Ой, это дробовик, да? Ну, это круто. Прикрывать, да, там? Ага. А что он делает? Так, вон еще. Золотенькие ребятки, где вы? Можно и так. Эй, а... Не понял. Это что сейчас было вообще? Он что, вообще как он туда забрался? Багнулось, видимо, что-то. Опа. Чуть не всадили в прайза. Ничего. Будем вот так вот по одному всаживать, экономить. Ну там же вроде кто-то был. Так. Ну-ка. Где ребятушки-то? Вон они. Так, я не понял. Вот он. Да ёп! По привычке Q нажимаю, бляха, муха. А надо Е наоборот нажимать. Ух, какой отчаянный. Ну, неплохо, ребятушки. Очень даже неплохо. Идем с вами. Только не знаю, где в этой игре разведданных столько можно собирать. О! Я правильно сделал или нет? Прыгаю, куда? Так, следуем за нашим другом. Вот чё, С4? Я думал, весь мост расфигачит. Ну, можно и так. Дофига я перезаряжаюсь. Патронов дофига вроде. Чё, не взрываются бочки? Так, с РПГ гасят. Мало боеприпасов. Я бы сказал даже, что их вообще нет. Ну, это не есть хорошо, конечно. Не дай нам уйти. Или что он сейчас сказал? Так, а кто палит? Да кто? Ну, тут в таком мясе ничего не понятно. Как-то я не слышу, что он говорит там. Ой, куда ты поехал-то? Обалдеть. Ну, парашют всегда с собой надо носить. Я не понял, в чем операция-то заключалась?